Приветствую вас, дорогие мои. Вы на канале Валекса. И сегодня общий расклад по теме на такую замечательную колоду Таро теней дикого леса по теме «Как избавиться от врага». Эта колода и этот расклад поможет выяснить вам, действительно ли человек загаданный, обязательно загадайте человека, является вашим врагом, либо все-таки этот человек пришел помочь вам решить какую-то проблему. Мы очень часто любим себя накручивать, придумывать, излишне тревожиться, совершенно не анализируя ситуацию. Данный расклад вы можете заказать для себя лично на какого-то конкретного человека. Итак, заряжаем колоду вопросом, является ли загаданный человек, произнесите имя, возраст, для вас врагом, как вы считаете? Является ли человек врагом? Итак, первая позиция этого расклада. Действительно ли данный человек является в данный момент вам врагом? Действительно ли данный человек в данный момент является вам врагом? По пятерке жезлов, да, конечно же, тут можно сказать однозначно, что у вас идет противостояние, у вас идет вот такая вот карта, у вас идет некое соревнование, некое недопонимание. И пятерка жезлов, по сути, это, ну, можно сказать, война. Да, действительно, у вас огненная, эмоциональная, напряженная энергия друг между другом. И действительно, вы являетесь в положении врага друг другу. Смотрим вторую позицию. Прошлое, которое привело к настоящим событиям. Вторая позиция. Прошлое, которое привело к настоящим событиям. Карта Солнца. Когда-то с этим человеком у вас все было хорошо. Когда-то, если, допустим, вы рассматриваете человека, с которым были отношения, допустим, личного характера, да, с этим человеком, можно сказать, были страсти, либо решалось все по щелчку пальца, все проблемы решались, были прекрасные договоренности, было желание и дальше в таком же ритме продолжать движение вместе. Но вы знаете что? По карте Солнца, несмотря на то, что карта Солнца у нас карта глубоко положительно, эта карта все-таки в некоторых вариантах, а у нас именно вариант противостояния, указывает на эгоизм. Да? То есть прекрасное взаимодействие в прошлом, используя свои энергии, отдавая их друг другу, вы все-таки где-то начинали мыслить эгоистично. Третья позиция. Какая ситуация для вас складывается сейчас, да? Какая ситуация и как он для вас, напомню, расклад общий, складывается сейчас? Знаете, по карте Шут, смотрите, второй старший аркан вышел по карте Шут, а ситуация для вас терпит некое обновление. Может быть, переход ситуации на новый уровень, может быть, вы уже ее отпустили, а может быть, к этому близки. Может проиграться такая ситуация, потому что расклад общий, каждый возьмет свое, что человек, которого вы позиционировали себе как врага, вот уже в том энергетическом состоянии, когда ему он уже отпустил ситуацию, когда уже ему легко и просто, и он готов без этой ситуации двигаться дальше. Смотрим четвертую позицию. Какой вред или зло может принести этот человек вам? Какой вред или зло может принести этот человек вам? Тройка кубков. Если кто-то смотрит на отношения, то
бывает, да, что в отношениях, после отношений, либо находясь в отношениях люди, да, балансируют: сегодня люблю, завтра ненавижу, по тройке кубков, тут, конечно, любовный треугольник, из которого нет выхода, и кто-то должен разорвать эти цепи и выйти. Еще какое зло? Тут может по этой карте просматриваться, что, ну вот, может быть, либо у вас, либо у того человека из-за этой ситуации элементарное желание напиться. Тут прямо вот физическое зло вашему телу. А также по этой карте на эмоциях есть желание посплетничать, желание рассказать кому-то, как с вашей стороны, так и со стороны этого человека. Ну, я не думаю, что это самое худшее зло, а вы знаете, наверное, все-таки карты есть, и которые похуже в колоде. Пятая позиция. Что или кто мешает нейтрализовать эту проблему между вами? Что или кто мешает нейтрализовать между вами эту проблему? Верховная жрица, какая-то женщина вмешивается всего скорее в эти отношения, либо с магическими ритуалами, а может быть, если разговор об отношениях, то какая-то женщина вот прям магичит на ваши отношения. Либо непосредственно, если это, допустим, конфликт на работе или конфликт еще где-то, эта женщина кормит этот конфликт своими энергиями, подливает, как говорится, масло в огонь своими сплетнями, своим негативом. А все-таки верховная жрица – это всегда, знаете, это ведьмушечка, это представительница женской половины населения, да, которая, ну вот, считает себя хозяйкой положения и имеет интерес в этой ситуации, да. Шестая позиция. Кто или что может помочь в этой ситуации? Кто или что может помочь вам в этой ситуации? По Пентаклей, смотрите, тоже выпадает фигурная карта и разговор о том, что, ну вот, в этой колоде изображена девушка. На самом деле это по этой карте может проигрываться. Либо тот человек, с кем вы можете посоветоваться, кому можете довериться, да. Либо это может просматриваться человек, с которым вы не просто готовы советоваться, а готовы даже помогать друг другу и материально, готовы обмениваться энергиями. Здесь могут проигрываться и дети, и младшие родственники, и сотрудники какие-то, которые либо только поступили на работу, либо младше вас по возрасту, либо младше вас по должности. Не бойтесь обращаться к тем, кто как-то, как вам кажется, меньше или ниже вас. Так или иначе, да. Но по Пажу Пентакли это все-таки новое ценное предложение в большинстве своем случаев. Напоминаю, расклад общий. Так что может помочь по позиции по шестой в этой ситуации? Внесение каких-то деловых договорных предложений. Либо, если вопрос касается денег, вы с кем-то поссорились, имеете врага из-за денег, и то лучше разобраться при помощи каких-то сумм, может быть, откупиться, может быть, отдать долг, либо простить долг, да, в этой ситуации, то есть это тоже об этом. Седьмая позиция. С чего начать разрешать эту проблему? Так с чего вам начать разрешать эту проблему? И смотрите, тут Паж жезлов, смотрите, все новое. Пажи — это всегда новое, свежее, да, начинание. Начинайте с эмоционального заряда, с желания, с яростного желания изменить ситуацию, да, с такого даже яростного, я, может быть, неправильное слово сказала, с искреннего, с искоркой, да, жезлы — это огненная стихия. Попробуйте зарядить и себя, и этого человека, с которым вы, как вы считаете, в конфликте, именно энергиями позитива, энергиями желания разрешить эту проблему, энергиями новых начинаний. Тут также, смотрите, вот прямо тут героиня несет факел в руке, да, то есть зажгите в этом человеке огонь желания. Да, огонь желания, спровоцируйте этот огонь желания. Если это про отношения, то скажите: а помнишь, как было? А давай мы вот
попробуем это повторить, да. Если это, допустим, конфликт на работе, надо сказать, но ведь были времена, когда мы могли договариваться, давай мы вернем эти энергии, давай мы попробуем, да. Хорошо, восьмая позиция. Какие средства для этого можно и нужно использовать? Какие средства, инструменты для этого можно и нужно использовать для того, чтобы решить эту проблему? По четверке кубков, вы знаете, не отталкивать. Четверка кубков все-таки символизирует нехочуху. Да, нехочуху. А тут вот имя, смотрите, вот героиня, кубки все полные, да, тянется рукой к четвертому кубку, которая ей как бы вселенная подает тоже наполненный вариант на используй. Она сидит и не встает, да, думает в раздумьях, надо мне это, не надо, все возможности для этого есть. То есть использовать все возможности через принятие мы прорабатываем эту ситуацию. Еще какие средства можно использовать? Хорошо, принятие, принятие. Карта повешенной. Вы знаете, отпустить. По карте повешенной отпустить, анализируя. То есть вот эти вот две позиции мы с вами рассматриваем как инструменты. С одной стороны, использовать все ресурсы, но начинать с того, что отпустить ситуацию, прекратить ситуацию, кормить своим негативом. Сначала, значит, по повешенному, так скажем, зависнуть, да, зависнуть на анализе, зависнуть на своих энергиях, зависнуть на том, на идее такой, что надо поменять свое подсознание, программы на своем подсознании, которые помогут прийти к принятию, и это уже будет начало решения этого конфликта. Еще две карты. Будет ли разрешение? Будет ли запущен процесс разрешения этой проблемы? Можете даже загадать период для себя. Будет ли запущен все-таки процесс разрешение этой проблемы? По девятке кубков можно сказать, что да, и по восьмерке кубков все-таки. Знаете, какая ситуация получается? 9 и 8 кубков, как интересно, да? 9 кубков у нас о наполнении, о соблюдении своих собственных границ, о том, что нельзя забывать свои интересы и их ущемлять, наступать себе на горло. И если не получится, то лучше тогда отпустить, вот уже используя эти инструменты, отпуская ситуацию, все-таки выйти из нее. В конфликтных ситуациях дело в том, что не бывает победителей и не бывает проигравших. Если человек считает себя проигравшим, это значит, человек не получил чего-то. Но давайте рассуждать с позиции Вселенной. Если мы чего-то не получаем, ведь Вселенная знает, что для нас лучше, нужно ли нам это было. Да? И если мы это не получаем, то лучше оставить все как есть, значит, нам это не нужно. Вселенной виднее. Поэтому наполняться можно попробовать и без того, за что вы боролись, да, что вы отстаивали. Давайте смотрим последнюю карту, карту итога. Карта итога двойки пентаклей. Совершенно замечательная карта. Карта, которая говорит о том, что будет найден баланс, да, будут равнозначно оценены позиции обоих участников конфликта. И вас, как человек, который смотрит, и вашего врага, как вы его называете. Есть ощущение, что-то мне подсказывает, что оба вы глубоко-глубоко в душе стремитесь этот конфликт завершить. Но здесь все-таки вот разговор о каких-то ценностях, да, еще идет вот так вот, подчеркивает мне информационное поле, разговор о том, что о каких-то ценностях, может быть, душевных, но и, возможно, спор о каких-то денежных вопросах. На дне колоды есть такая подсказочка, карта Луна, старший аркан. Видите, здесь девушка взаимодействует с волком, да. Не страдайте. Снимайте иллюзии, шоры иллюзий со своих глаз. Прекращайте себя обманывать, что вы в позиции жертвы. Выходите из позиции жертвы. Я, кстати, к этому видео прикреплю прекрасную лекцию Елены Новоселовой. Как выйти из позиции жертвы и пересмотреть эту ситуацию. Если у вас действительно глубокий конфликт, послушайте эту лекцию. У вас
получится проработать эту ситуацию, не посчитав себя ни проигравшим, ни победителем. Потому что победители в любой ситуации являются каждый, который принимает разумные, адекватные решения. Данный расклад, напомню, вы можете заказать лично, куда обратиться в описании этому видео. Всем пока-пока!